Подготовка к операции идет полным ходом. Мне поставили капельницу физраствора. Медсестра сказала, это для того, чтобы я получше отходила от наркоза. Потому что вообще я плоховато очень отхожу. У меня вес такой, чуть ниже нормы. Ну и плюс там есть некоторые нюансы в этих анализах. Поэтому пока лежу под капельницей. Он что, дебил? Тихо, я не слышу. Я слышала, но ничего не могла сказать. Так у меня то же самое было. И что, боль слышала, когда начали делать? Нет. Я когда колола укол, я контузила вот так всегда. Это страх, адреналин. Адреналин. А я укол не укололи в жопу, кстати. А что ты мне сказала? Могла сказать, что укололи. Она же сказала. Ну, операционная уже поздно была. Это блок. Снимай на видео тебе. Ну, чтоб ты запомнила. Для блока. Оксана, принесли воду, кефир, то, что сказали нам, бананы, игры, это, как она, хурму. Ну, пока я не... Не, позже. Так, сегодня третий день после того, как мы сделали операцию ретросептопластику. Горло очень болит, очень просто. Труды еще стоят, конечно. Неудобно кушать, голова болит. В общем, делаю обезболивающие иногда. Сегодня был мой врач, сказал, что он сделал закрытую мне ринопластику, потому что там какие-то нюансы были, в общем, кости очень слабые, и при моем случае лучше делать повторку через полгода. Да что я, наверное, не соглашусь уже, потому что это капец. О боже, а так больно. Сказал, что завтра утро вот снимет мне вот эти вот труды в носу, которые стоят, потому что они мне уже достали, и поменяет вот эту вот повязку. Вот. А так, в принципе, не знаю. Самое худшее это ночью. Я просыпаюсь от того, что у меня там все слипается в горле, и задыхаюсь. Периодически пью, ну, по глоточку воды. И утром просыпаешься, все такое пересохшее. И вообще ужас утром, вообще. Я потом иду на укол, такое. Ну, к обеду уже становится более-менее. А к вечеру снова становится болит нос. И, ну, как бы хуже. Потом еще вечерком возьму обезболивающий укол. Сделаю. Вот. Пока так. Завтра еще сниму, как-то уже трудно мне с ним вот такое. Это у нас четвертый день после операции. Горло, конечно, у меня просто разорвано там внутри. Поэтому говорю. Так, я не говорю. Труды мне еще не снимали. Вообще врач как приходил вчера, обещал, что вроде сегодня снимут труды мне. Поменяют вот этот гипс, лонгинку. Поэтому сейчас нахожусь в ожидании, так сказать. Немного побаиваюсь, но тем не менее очень мечтаю их снять. Потом запишу после снятия. Вытянули мне эти тампоны, вернее, это вообще марлевые какие-то штуки были, и они вытягивались так ужасно, что у меня аж слезы пошли. Было такое впечатление, что мне мозг, блядь, вытягивает с носа. Это капец просто. Ладно, я думаю, слава богу, пережила.
А оказывается, мне еще в четверг будут снимать. Там еще в носу какие-то пластины стоят. Я даже не знаю, что за пластины глубоко. Еще будут снимать швы и эти пластины потом. Короче, еще придется терпеть. А сегодня поменяют, мне сказал вот эту вот штуку. Фу, сейчас так болит, прям аж голова красная сидит тут. Короче, жесть. Сегодня уже пятый день после операции. Ну, конечно, нос, голова у меня так же само болит, но ничего не поделаешь. Там еще стоят пластины в носу, швы, все дела еще есть. И когда разговариваешь, мне надает прям этот нос в пластину, там больновато. Сегодня мой врач сказал, что будет прочищать мне носик, а в четверг уже снимать эти пластины. Теперь жду его, сегодня операционный день, поэтому я в режиме ожидания.